Добрый день, здравствуйте! Сегодня у нас диетические пирожные. Для этого нам понадобится молоко, желатин, мед, печенье спорт, творог обезжиренный и курага. Заранее надо замочить желатин. После того, как он набухнет, нагреваем его в молоке, пока он полностью распустится. Курагу тоже заранее надо замочить и нарезать мелкими кусочками. Желатин распустился в молоке. Молоко довели до 60 градусов. И после этого добавляем сюда творог. Творог обезжиренный. Ингредиенты все будут описаны под видео. Хорошенечко все перемешаем. Можете использовать венчик, можете использовать миксер, не имеет никакого значения, можно ложкой размешать. Главное, что получилась однородная масса. Печенье разобьем в рондо, и теперь надо добавить сюда чуть-чуть молока. Это буквально 3-4 ложки той смеси, которая у нас в сотейнике. Получилось вот такое тесто. Отложим пока в сторону, дадим печенье как бы впитаться этим вкусом, вкусом меда. Теперь можно взять форму и залить сюда смесь молоко, мед, творог, желатин. И отправляем это все в холодильник на 3-4 часа. За это время добавим к кураге 2-3 столовые ложки воды и поставим на огонь, чтобы оно стало еще мягче. Не доводим до состояния повидла, просто чтобы оно было мягкое. Как видите, застыли уже наши сердечки, и берем, сверху накладываем сюда курагу. Распределяем равномерно, чтобы никого не обидеть. Можете заменить это бананами, можете заменить яблоками. Но что бы вы ни делали, не добавляйте туда сахара, естественно. Оставили 2-3 ложки здесь мы молока с медом. И теперь добавляем в печенье, чтобы оно стало более жидкое. Чтобы его можно было как масло, вот как густая сметана, что получилось. Накладываем теперь в каждую ячейку, и хорошенечко надо разгладить. Это все мягкое, можете взять ножик, спатулу, чтобы очень вам было удобно. Взяли, размазали хорошенечко, и можно сказать, готово. Мы ничего не печем, для нас работает холодильник, и все. Аккуратненько разровняли, насколько у нас хватает терпения. Сверху накрываем стрейчем, уплотняем руками и отправляем в холодильник. Теперь достаточно 20 минут, чтобы оно немножечко прихватилось. Все равно то, что у нас внизу формочек, оно холодное, и быстро все будет готово. Как видите, пирожные наши готовы. Они вот имеют такой вид. Сверху ничем не покрываем, ни глазурью, ни шоколадом, ничем. Нам это все не надо, мы на диете. И при разрезе, вот я разрезала, видно, что там, как оно выглядит. Выглядит довольно-таки приятно, а на вкус вы обалдеете. Вы даже не поверите, что здесь нет сахара, здесь нету сахарозаменителя и всего того, чего, как говорится, мы каждый день пользуемся. Диетические пирожные. Советую, делитесь этим видео, пусть люди тоже готовят. Это будете есть не только вы и ваша семья, и будут благодарны вам, что вы сделали такое пирожное. Не забудьте подписаться, те, кто не подписались. Желаю вам удачи в вашей диете. И увидимся. Пока-пока.